Всех приветствую, продолжаем путешествовать по выставкам Петербурга. Музей современного искусства Эрарта, выставка Сергея Секирина «Ключи от рая». Вот что написано в анонсе к этой выставке. Выставка художника Сергея Секирина, который предлагает авторскую трактовку традиционных сюжетов, взгляд на современные проблемы через переосмысление библейских преданий. Знаки, символы, аллегории, которые зрителю предстоит разгадать самостоятельно. Живопись, способная заставить человека увидеть себя в контексте вечных тем евангельских сюжетов. Войти в художественный мир Сергея Секирина возможно лишь забыв иконографию и выбросив ключи к традиционным аллегорическим шифрам. На его картинах разворачивается особое символическое пространство, в котором зрителю предстоит ориентироваться самостоятельно, руководствуясь исключительно собственным опытом. Сергей немногословен, он не очень любит рассказывать истории создания своих картин или объяснять значение отдельных деталей. Иногда за этими деталями скрывается стремление достичь того или иного живописного эффекта, но чаще авторское, замкнутое на личные переживания видение определенного образа. Художник дает зрителю и надежду, напоминая, что в любую темницу духа способен проникать свет, и выход из нее всегда существует. Готовых ответов и трактовок у художника нет. Представлены на выставке картины, плод многолетней работы в мастерской. Определенная работа предстоит и зрителю. Сергей Секирин родился 24 июня 1987 года в городе Владикавказе. 2002 по 2007 учился во Владикавказском художественном училище. В 2008 поступил в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. 2017 года член Санкт-Петербургского союза художников. В 2022 году был стипендиатом Министерства культуры Российской Федерации. Постоянный участник международных, всероссийских, региональных и городских выставок. Вот так вкратце о выставке Сергея Секирина. Она называлась «Ключи от рая». Пока-пока, до свидания.